Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России собираются создать отдельное федеральное ведомство для контроля за передвижением автомобилей по всей стране. Именно оно и только оно будет получать данные со всех дорожных камер, формировать постановления и рассылать их в виде писем счастья. Система после отмашки властей может быть запущена в течение нескольких месяцев. Цена вопроса около 100 миллионов рублей. Вот такой он, большой брат. Трасса 101. Спрос на бензин в нашей стране снизился на 40-50%, на дизельное топливо на треть, сообщает Минэнерго. В сравнении с апрелем прошлого года стоимость автомобильного горючего увеличилась почти на 2%. Дальнейших предпосылок для удорожания бензина чиновники вроде как не видят, как и для снижения цен. Более того, последний вариант они даже считают вредным для экономики. Трасса 101. В административном законодательстве в скором времени может появиться наказание за лужи после дождя, которые мешают проезду транспорта и проходу пешеходов. Кого тут власти собираются наказывать, непонятно. Но в проекте уже прописаны размеры штрафов. Для физлиц до 2500 рублей, для должностных до 5000, для юридических до 50 000 рублей. Кроме того, законодатели собираются предусмотреть единый для всей страны штраф за так называемый автохлам. То есть машины, которые годами стоят на обочинах, во дворах и так далее. Трасса 101. Toyota представила новый компактный кроссовер Yaris Cross, оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из трехцилиндрового бензинового мотора объемом 1,5 литра мощностью 80 лошадиных сил и почти что 40-сильного электродвигателя. Последний расположен на задней оси. Он запускается, когда электроника понимает, что сцепление с дорогой уменьшилось, то есть машина полноприводная. Продажи новинки в Европе стартуют летом следующего года. Трасса 101. В северной столице задержали банду угонщиков-артистов. Охотились они только на элитные иномарки, а на дело шли, надев парики, резиновые маски, имитирующие человеческое лицо, и перчатки. Всего фантомасов было трое. По части технической подготовки они тоже оказались на высоте. У злоумышленников обнаружили глушилки GSM-сигнала, электронные блоки управления и другие гаджеты. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.